эфире «Ежедневник». Здравствуйте! Сегодня вторник, 1 ноября. В нашем выпуске главные события дня, интересные и яркие материалы псковских СМИ, культурные мероприятия и прогноз погоды на завтра. Последнее губернаторское замечание, приговор медиа-менеджеру и безграничный хайп. Это заголовок к свежему выпуску легендарной программы «Рейтингомер», за которой следят все публичные персоны. Смотрите и читайте очередной обзор активности псковских политиков, общественников и прочих личностей на сайте Псковской ленты новостей. Свое мнение о выборах главы Пскова и о работе депутата в новом 7-м созыве Псковской городской думы сегодня в эфире программы «Гайд-парк» высказала депутат городской думы Татьяна Пасман. Голосовать я буду против всех. И этому есть достаточно четкое объяснение. Думаю, вы в курсе, что партия «Яблоко» продолжала бороться некоторое время и продолжает бороться за принятие закона о местном самоуправлении в той редакции, когда участие в выборах главы города принимают его жители. И для нас это принципиальная позиция. Субботний вечер в Пскове, горящие фонари, редкие пешеходы, несущиеся по Крестовскому шоссе автомобили. Монотонный шум города разрезает выстрел. Сначала один, затем еще и еще. Пальба по рейсовому автобусу в Пскове стала настоящим шоком. Полную картину инцидента МК в Пскове восстановил, побеседовав с очевидцами. Больше всего роботов в мире производят в Китае и Японии. Россия в число стран-лидеров рынка промышленных роботов, увы, не входит. Но надежда на прогрессивное будущее все-таки есть. Например, 16-летний пскович в октябре завоевал серебро на международном фестивале робототехники. Об изобретении, покорившем членов жюри, проектах конкурентов и планах на будущее, корреспондент МК в Пскове поговорил с молодым изобретателем. Мы уже привыкли к тому, что в конце октября Россия отмечает Хэллоуин. Однако многие высказываются против таких гуляний, ссылаясь на то, что этот праздник с русской культурой ничего общего не имеет. К запрету Хэллоуина призывает в том числе и Русская Православная Церковь. Этому посвящен свежий материал Псковской ленты новостей. Заигрывание с нечистой силой ничем хорошим не заканчивается. Монахи Псково-Печерского монастыря о Хэллоуине. И о погоде. 2 ноября в Пскове будет пасмурно, днем от 6 до 8 градусов со знаком «плюс». Ночью возможен дождь, температура около плюс 6. Ветер слабый, северо-западный. На сегодня все, я прощаюсь с вами до среды. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ.